Матч. Итоги. Комментарии по игре. По игре? Нагрузку получили, которую мы хотели, больше функциональную. Такая задача была больше на функцию. А с точки зрения игры, ну, эмоции получили ребята, выиграли. Я думаю, для них это такое будет приятный бонус. С учетом двух недель этой беговой работы. Выразить свои эмоции в игре против друг друга. Вот. Мне понравилось, что обоюдно так. Были какие-то, конечно, острые моменты именно по стыкам. Но так обоюдно держались, не агрессировали. На уважение. Да. А так? Счет 5-3. Нормально? 5-3. Мне кажется, хорошо, что команда завелась, которая попустила. Они сначала вообще 4 они проигрывали. Вот потом 2 забили, 4-3, но не хватило их. Не хватило конкретных людей в атаке. Именно чтобы вот как у красненьких, они конкретнее были. То есть люди понимали, что там надо своевременно сделать. А они как-то пытались все сложный футбол, структуру вот эту нести. И, к сожалению, это потом не конвертировалось в какие-то забитые мячи. А красненькие спокойно, у них там Василий Евгеньевич в центре регулировал, кто куда что перемещается. Мара добегал, вот, тоже хорошую работу сделал сегодня. Так в целом хорошо команда сыграла. Так, дисциплинированно, спокойно. Молодцы. Хорошо, что тебе еще сказать? Все нормально. Спасибо. Солнце светило. Все хорошо. Чай вкусный.